Значит, по идее, ну, вроде как посмотрел, вроде не пострадало. Где-то при сортировке, судя по всему, вот видите, что произошло. Сейчас подробней. Сейчас подробнее посмотрим, пострадало или нет. Видите, царапина. То есть, судя по всему, из-за этой царапины надо с продавцом открывать спор. Беда, печаль. Значит, в нашем случае это Несси, половник. Да, то есть, вот, если его опустить в кастрюлю, он из нее будет торчать как голова. Да? И брат Несси. Брат тоже чуть-чуть покоцался, ну... Вот, кстати, как это будет выглядеть из кастрюли. Да, это дуршлаг. То есть, вот как будет выглядеть Несси. Достаточно забавный черпачок и половничек. Не хочет только вот брат Несси стоять, не хочет его... Ай, бумажка вот эта вот перевешивает. Несси стоит без проблем. А есть у них, по-моему, еще... Мама Несси, она, ну, большой половник такой, черпак для огромной кастрюли. Вещь достаточно интересная, смотрится в интерьере, да, вполне мило. В самом супе, там, да, борще тоже будет смотреться хорошо. Ну, почему нет? По запаха никакого страшного нету, судя по упаковке, это что-то, ну, прям вот на серьезном заводе сделано.